Так. Ну что ж, посмотрим, кто круче. Конечно, я круче, блин. У меня прокачанные терминаторы, которым вообще все абсолютно пофигу. Которые ни черта не боятся. Ни ближнего, ни дальнего боя, ни артиллерии, ничего. У меня просто реально супер прокачанные воины. Я просто... Они знают, кто ими управляет. Они не хотят перед лицом моим как-то плохо выглядеть. Ну да. Пески пустынь. Ну ладно, они будут здесь стоять. Что, готовы? Поехали. Да, они думают, они такие крутые, они сейчас возьмут и победят. Конечно, конечно, конечно. Ни черта, мать его подобного, ни черта. Опускаю там как будто мираж какой-то. Ну вот ему еще подкрепление из-за края карты подходит. Вот, про пушки я забыл, надо бы... Если он начнет палить по моим войскам, надо бы их как-то разъединить малость. Теперь полный фронт не обеспечен. С города они не попрут. Это точно. Скорее всего. Но вот влево они могут попереть. Хотя если я сейчас переставлю немножко войск на левый фланг, то они могут вправо уйти. И искать место слабое там. Ну вот как раз, в принципе, они разворачиваются и направляются вот как раз в правый фланг. Ну да, часть, конечно, в левом остается, но тем не менее, сейчас попытаются прорваться. Ходит резко вправо. Стандартная ситуация. Хорошо. Успею, не успею. Я думаю, он там долго будет соображать, что делать. Постоит еще, подумает. Подождет, пока там другие еще соберутся. Ну, а я пока займусь перестройкой на правый фланг. Надо было по флангам расставлять эти войска. Я так и хотел сделать, но я думал, что в город он не пойдет. Почему-то я так подумал, хотя никакого вообще повода у меня так думать не было. Так, ну что, получаем? Блин, надеюсь, они успеют перезарядиться. Нет, не успеют. Уже понятно, что не успеют. Буквально чуть-чуть не успели. Ой, а что это полетело-то такое? Или что это такое? Или это глюк какой-то? Господи, им
И мечи прям в руки летят откуда-то из-за карты. Вы видели? Вон, вон, вон. То ружье, то мечи им летят. Якорный мамон, а. Супер просто. Человек-магнит. Я уж не думал, что у меня супермены такие служат в армии. Но я прям горд. Такой компашки. Господа, вы как-то нехорошо поступаете своей конницей, мне тут мешаете ходить. Сдохни, коняшка. Пущу тебя на солямку. Вот так. Мои воины любят поесть. Они жрут противников мертвых после боя, поэтому они ни хрена не боятся. Да, в спину им, вот так вот. Уменьшайте число противника, потому что вам еще с ними воевать во время прорыва осады. Так, это они по верблюдам долбанули. Оп, нормально сняли. Ой, здесь замес-то какой страшный. Держите огнем. Да, правильно, по верблюдам стреляете. Вот так вот. Чтоб даже не вздумали нападать. Блин, сейчас выстрелит. По крайней мере, приготовится стрелять. Там все в порядке? Да, здесь перфекто. Конечно, не совсем перфекты, я предпочел этих сразу же убрать. Слишком их много там наступает. Так. Здесь все нормально. Все, отбили все наступления, дальше будет как бы уже профилактика, знаете. Те, кто будет возвращаться потихоньку, они сразу же с первого залпа будут отступать. Ну, я так думаю. Вот эти, может быть, еще. Но они полные. Конечно, они не отступят с первого залпа. Они что-то не спешат атаковать. А, это тоже стреляющие гады. Кому в спину?
Так, ого. Тут сразу же жесткая пачка едет. Что-то как-то тени хреново прорисовываются. Коняшки сейчас словят, скорее всего. Мало словили, я бы сказал. Тем не менее, сразу же повернули назад. От греха подальше. Хотя подальше уже не получится. Фига себе, они додумались каре выстроиться. Очень, очень своевременно, знаете. Очень к месту. Вот правильно, лучше бегите. Не позорьтесь. Так. Здесь творится что-то, что твориться не должно, по идее. Ну ладно, в принципе, тут уже все трупы. Моих гораздо больше. Мои ситуацию разрулят. Ну что, ждем еще немного. Ждем, пока эти побегут, пока все остальные выйдут за пределы карты. Может быть, кто-то вернется еще. Ждем, пока эти тут передохнут все. Да, вот видите, они потихоньку обратно соединяются. О, да ладно! С пушки, что ли, сняли? Или от скуки умер? Грандиозное шествие. Да, действительно, с пушки сняли. Я это и не заметил, что они туда палят. Окей, подойду еще поближе, если вы меня не видите. Они додумались зарядить картечь. В принципе, все. Остались только эти. Гордецы. Мои такие свеженькие, быстренько так бегут. Вообще приятно смотреть.